Seed, компания, которая занимается проектом для точного земледелия. Наш проект называется Green Scanner. Мы частные инвесторы, частные, точнее, изобретатели, назовем это так. Сами придумали, сами делаем Green Scanner. Это система точного внесения гербицидов и удобрений для сельского хозяйства. Наш прибор ставится на опрыскиватель сельскохозяйственный. Он в процессе езды на опрыскивателе ищет траву и поливает только траву, не поливает чистое поле. Тем самым достигается большой экономический эффект средств защиты растений. Также наш проект умеет умно подкармливать растения. Когда необходимо внести листовую подкормку, добавить удобрения на листы, наш датчик анализирует растительность, и он видит, если растению надо добавить удобрение, он его добавляет.